Смотрите, ребята, мы с вами находимся на гоночной трассе. И эта маленькая синенькая машинка сейчас проходит свою дистанцию. Как хорошо у нее получается объезжать все преграды! Да, это очень ловкая машинка. Ой-ой-ой, машинка попала в аварию! Но почему? Давай-ка все проверим и выясним, что же стало причиной аварии. Тогда за работу! Только какая-то она грязная. Давайте ее помоем. Сначала хорошо намылим пеной. Затем смоем ее чистой водичкой. Смываем! И вытираем машинку. Хорошо, а теперь давай проверим колеса. О, а что это за устройство такое? Это домкрат. С его помощью мы сможем приподнять автомобиль и добраться до колеса. Смотрите, оно пробитое, аж в трех местах. Все ясно. Машинка пробила колесо и потеряла управление. Нужно его заменить! Снимаем старое колесо и устанавливаем новое. Закручиваем болты. Готово! Теперь проверим мотор. Такой машинке нужен мотор помощнее. Ты права, умняшка. Давай установим ей новый мотор, чтобы она была быстрее всех. Готово! А сейчас придадим нашей машинке немножко блеска. И я знаю, как это сделать. Мы ее отполируем. А теперь давайте выберем машинке красивый цвет. У нас здесь много цветов. Вот оранжевый, салатовый, розовый, желтый, голубой, белый, коричневый, красный и бирюзовый. Ну что ж, выбирай, в каком цвете машинки будет лучше всего? Ну, я очень люблю два цвета. Это синий, как небо, и желтый, как солнышко. Но так как в синем цвете наша машинка уже была, давайте оставим ее желтенькой. Осталось заменить фары. Давай на вот эти, кругленькие. И еще диски. Подойдут вот эти, с желтыми полосками. Ух ты, какой красивый у нас получился автомобиль. Все верно, потому что он похож на ясное солнышко. А сейчас мы вместе поедем на гоночную трассу и немножко покатаемся. Поехали! Как приятно погонять с ветерком! До скорых встреч, ребята!